Товарищи, за вами Дану Рандан, мы играем киберпанк. На машине к ним заезжал. Профи Кости Глен. У меня какие руки стоят? С такими руками туда не пустят. Какие-то новые разбои уже поперли. Заказ серийный самоубийство. Новое место. Здесь что-то есть. Второстепенное задание, второстепенное задание. Преступление, дорогая. Я не перезвоню. Новое место. Новое место. Новое место. Новое постепенно. Ну что, тут 200 серий вряд ли будет. Да? Ну давайте заказ, потом новое место. Рипер бы мне найти. Здесь с риперами туговато. Тут только один самый лучший рипер есть. Где Ханака? Помочь, не помочь. Что если я надеюсь все прокачать эти? Паскуды и без меня справляются. Вечно меня отвлекают. Это вообще заглючившее место. Мусор меня чуть не это запалило плохим вождением. Я плохо еду. Площадь корпорации. Я слушаю топовую детскую песню. Духи Ералаш.
укороченная гоночная куртка Альде Кальде. Мысли. Надо было сделать ее непродаваемой и одной. Один раз давалось. Да чтоб тебя! Чумба про тебя пишет. В ходе недавнего инцидента сотрудники службы безопасности Милитех нанесли офицеру Тихо! А я уже по заказу. Нужна помощь! Надо криты качать. На крови. Так. Ну, опыт мой откатили, который был получен там. Но куртка радикально осталась в концовке. Представляете? Едок откраивается. Сорубичить. А девчонка откраивается. Костей. Давай вот невозмутимость качнем. А, это запоздало, что ли, меня тормознуто записали? Кто его так раком поставил? Где последнюю эту вещь взять? Берется. Ботинки кровью! Противник! Вступаю в бой! Ха-ха! Я им пиздец! Интересно, можно монастырной боксовать тогда? Живой.
Вроде как мне технику качать тоже надо. Не убивали. Че такое? Расставит толку. Ну вот и мозгов не хватает. Это вообще какой-то эндгейм попер мне. Че не хватает? Да, блин. Умоляю, выпустите. Умоляю, выпустите. Надо где-нибудь что-нибудь прожать, чтобы выпустили. Вот, почтамп, например. Жаль по лестнице. А, и в подвале, что ли? Сижу. Твою мать, Ви. Это было нечто. Я тут просто как на иголках сидел. Слава богу, данные у меня, а ты еще на этом свете. Все хорошо, что хорошо кончается. Закрываю заказ. Я думал, что меня убьют. Интересно, как сейчас сбегать к клану Альдекальда, потому что у них есть то, что мне надо. Не помните, где они живут? Нет, другие моды. Странно. Там это было заглючено. Не горит, нельзя было поставить. Но эта куртка круче. Разве? Теперь новое место. Вообще не знаю, что это будет. Может, это киберпсихоз. Приступ киберпсихоза. Угодно, может быть. И такие места в основном буду сейчас собирать, ну, чтобы на 100% за финале сегодня. Что за музыка такая тупая? Меня бесит. Зачем отъезжать?
Густава Орта и Марта Фрейкс. Этакие Ромео и Джульетта из Виста Дель Рей. Ты знаешь такие истории. У них обычно плохой конец. Марта впала в кому, а ее отец жаждет отомстить за это Густава. Посмотри подробности в письме и постарайся разобраться побыстрее. In the event of acid rain, those with respiratory issues are advised to remain indoors. Ты жива только потому, что я знаю твоего отца, ты поняла? Так, ну это надо по стелсу. Потому что Джеки будет недоволен. Если по-другому. Блин, стелс не получается. Мне надо уличные бои качать. Придется драться. Не бесуйте. Кто ж так ведет уличные бои? Блять, тяжеловато таскать. Подкайфом. Вроде не киберпсих. Я длань Господа! Попал! Нечестно. Я за такое вас покараю. За такую нечестную игру. Я тоже нечестно играть буду. Раз тут такие правила. Thank you.
Так, тебя мы забираем. Так, а у него внутри ничего не было? А, нет, мы его выпускали. Вроде даже старались никого не убить. Что Малориан не убивает меня. Они бы не умерли, наверное, никто, потому что крепкие-то. Зараза. Лежи. Сема, Е9, Сема, Сема. ФФ, БД, 55 7 55, не вижу. БД 55 7. Е9 БД 7. Мне не хотелось сделать, брать этот заказ вообще. Как и с Евродином. А, ну вот, начинается. Бездумно все делать. 55 БД. Надо было подумать. Может, лучше бы получилось. Не болтать. Не пиздеть. Конфет. Ты только не... Блядь. Чё за пиздец? Ой, блядь.
еще одну. Еще одно даунское. Что можно? Еще один заказ кривой. Нахер. Может, можно здесь как-то без лифта обойтись? Денис, Денис, Бодисима. Получается, а чё? Другого нет варианта. 55. ФФ 5 ФФ 1С. Ух, что таким чудом все получилось. Ушло раз проще было. Блин, убили одного. Пиздец. Сема. Тема 55. ФФ 1С. Тема 55. Похуй эту хрень. Лежи пока. Надо как-то придумать. Блин. Да блин! Сука. Вообще не знаю, что делать. Что за мудацкая херня?
О, получилось, чем бы. Удалось перехватить его, когда он глючил. Но это так быть не должно. Осознает грехи свои перед Господом, прежде чем багажник откроется. На этом заказ считаю закрытым. То есть он знает, что он жив, что ли? То мы его не летально убили? Чё-то не понял. Второстепенное задание. На север пойдем. Так. Тут что вообще такое? Лагерь кочевников. О, да, я хочу к ним. Поэтому да, на север. Ну ладно, всем спасибо за просмотр, всем пока.